Сударыня, я не видела, как вы зашли. Я стучала, но мне никто не ответил. Ой, окно разбилось. Ну ничего, я сейчас заложу его подушкой. О, это меня совсем не беспокоит. Может быть, вы присядете, сударыня? И по какому, собственно, вы вопросу к нам пожаловали? Я пришла за этим мальчиком. Что-то я вас не понимаю, сударыня. Я одинока и богата. Я живу одна в своем дворце. А вам, при вашей бедности, должно быть тяжело содержать приемыша. Я не приемыш. А ведь он и правда не приемыш. Я взяла его на воспитание, когда ему было годик. Как раз в тот момент его мама умерла. И теперь он мне такой же родной, как и Герда. Ваши чувства делают вам честь. Но все же вы стары и можете умереть. Бабушка не может умереть! Помолчи, девочка. Соглашайтесь, хозяйка. Я навсегда обеспечу этого мальчика. Это выгодно всем. Не отдавай нас, бабушка! Бабушка, бабушка, не отдавай твои! Не отдавай! Не отдавай меня! Золото мое, ну куда же я вас отдам? Конечно, вы останетесь со мной, никуда ни с кем не поедете.